Так, мы в эфире. Всем привет. У нас сегодня продолжение рубрики «Обзоры разных брендов кофемашин». И мы приехали в гости в компанию «Кокар», официальный представитель кофемашин «Таена». И сегодня пообщаемся с Павлом Шестаковым, руководителем отдела продаж. Да? Да. Привет, Паш. Спасибо, что согласился встретиться. Давно мы планировали, был фестиваль, было много всего. Сегодня вот продолжаем. Во-первых, кто присоединился, напишите, пожалуйста, хорошо ли нас слышно. Вот, вы можете прямо по ходу задавать свои вопросы. Вот, в подарок за лучший вопрос мы дадим какой-нибудь приз. Мы еще не договорились, что это будет, но какую-нибудь пачку кофе вкусную вам обеспечим. Вот, мы сидим в офисе, в шоуруме компании «Кокар», да? Что ж, сегодня поговорим про бренд «Поема». Я думаю, отдельно мы еще встретимся по «Слэйер», да, вы также представители. Да. Да. «Поема», давай начнем с вашей деятельности. Как давно у вас эксклюзив, да, на этот бренд? Как давно вы будете в России? 2 года мы этим уже занимаемся. Как раз представляем, чтобы понимать, почему мы представляем и «Слэйер», и «Поема», нужно уточнить, что это есть большой глобальный производитель Чимбали Групп. И у Чимбали Групп есть разные заводы. Один из них находится в Соединенных Штатах Америки. Это Slayer. И несколько заводов находятся в Италии. Как раз один из этих заводов это Поэма. Поэтому мы работаем эксклюзивно с Чимбали Групп по брендам Slayer и Поэма. А по Чимбали нет? Чимбали нет. Но в Чимбали и Касадио мы не будем. Хорошо. Так, а как тогда, вот, слушай, пока мы потом будем делать обзор сейчас, да, на все кофемашины, обсудим, собственно, зачем вам нужно покупать ту или иную, или не нужно, под разные потребности, чем вообще они отличаются, по всей линейке пройдемся. Это осознанный вариант такой, что вы представляете, получается, один бренд в высоком сегменте, да, и один, я так понимаю, более доступный. Да. Да. То есть Slayer, там же со скольки вообще начинается? Slayer это только мультибойлерные кофемашины, и они начинаются, если в группе, от 15 тысяч евро. Ого, да, прилично. Хорошо. И Поэма, это, соответственно, чтобы закрыть вот, да, остальные 90% потребностей. Да. То есть очень много запросов у нас, мы же работаем мы по зеленому зерну, с растворимыми, с компаниями, и очень много запросов именно на оборудование, которое необходимо для кофеин, например, с собой, для булочных и для других форматов. Окей. Я пока готовился, смотрел, ну, я и до этого это знал, что Поэма это вообще, ну, культовый производитель кофемашин. И я вот сейчас прочитал, что они, да, открылись в 45-м году в Милане. И вообще называла Поэма, да, я тоже только сегодня узнал, что это сокращение, аббревиатура от итальянского производителя электрического и сопутствующего оборудования. Да. И они, то есть, занимались много чем, да, я так понимаю, кроме кофемашин. Первый кофемашин, да, сам завод начал работать, фабрика, так скажем, начала работать в 45-м году, но первые кофемашины появились в 48-м. То есть это такая машинерия была. Да, да, да. Я вот смотрел, что в 50-х годах они начали производить какие-то горизонтальные бойлеры, да, какие-то рычажные механизмы. Леверы. Да, в любом случае, до 60-го года все работали только с леверными кофемашинами. Про леверные кофемашины это отдельно стоит рассказать, чем они отличаются от существующих современных кофемашин. Но давление создавалось вкратце. Да. Давление создавалось тем, что бариста нажимал леверный рычаг и продавливал воду через таблетку. Да. Окей. И в 61-м году Поэм выпустил Е61. Е61. Я так понимаю, что вообще с этого все началось, да, и вот эта вот система бойлера, и то, как мы видим вообще всех вот машин сейчас, по сути, их проводителями являлась эта модель. Можно так сказать? Не можно, а нужно. Да, да, именно так и есть. В 60-м году был первый эксперимент с кофемашиной, к которой подсоединили. Мы уже сказали, да, что раньше давление создавалось только рукой бариста. А в 60-м году впервые Поэма сделала кофемашину, где подсоединила помпу, а вот давление 9 атмосфер и ту самую теплообменную систему кофемашин, которая сейчас, ну,
практически поголовно, кроме мультиболеров, которые там дорогие, практически 80% сегмента рынка это теплообменные машины с помпами, которые были созданы в 61 году. Да. И я так понимаю, можно сказать, что вообще Е61 это самая долгая, да, самая бренд серийная. Это как автомат Калаш. Да. Да, это сейчас машина, которую до сих пор возможно купить Е61. Да? До сих пор. Да, и но покупают. Она будет отличаться от той. Да, конечно, она уже усовершенствована. Okay. Но вот сравнить с автоматом Калашниковым очень хорошая, потому что это самая продаваемая модель в истории кофемашин. Больше всего кофемашин продана именно поэма Е61. За все времена. Как так получилось, откровенно, да, вопрос, что действительно там в Италии ты заходишь в заведение, и там с огромной вероятностью стоит поэма. И я видел по Европе множество раскиданных вот этих 61-х разного года выпуска. Там вот, знаешь, одно из моих любимых заведений в Эстонии, у них есть кофейня Рёст. И там очень долгое время стояла 61-я, такая классическая. Они же, я так понимаю, тогда вдохновлялись как раз таким космодизайном. И вот этот вот хромированный кузов с красной подсветкой, такая прям узнаваемая, да, старых 61-х. В России что-то я вот не замечаю, да, чтобы прям повсеместно как-то они использовались. Хотя вроде, да, такая безотказная супермашина. В чем проблема? Да, не проблема, это потенциал на самом деле. Машинами поэма до этого не очень плотно занимались. Вот. Поэтому мы и стали дистрибьютором этих двух машин, чтобы представить их на российском рынке. Тем более, что для того, чтобы кофемашины, об этих кофемашинах кто-то что-то знал, необходимо встречаться, да, ну, да, рассказывать о них. О кофемашинах поэма очень хорошо знает наша старая школа. Вот есть у нас сейчас так и распределилось, да, есть новая школа, ребят, вот, и есть старая школа, это те, которые начинали когда-то обжарки первые, которые появились. Они очень хорошо знают кофемашину поэма. Кофемашина поэма можно сейчас тоже хорошо стоит в ресторанах. Да? Ну, да, просто да. Это не совсем был формат именно кофейной тусовки. У кофейной тусовки, если кого-то спросишь, то у них на устах больше другие бренды, другие наименования. Да, да, конечно, да. Это нужно работать, это нужно продвигать, это нужно показывать эти кофемашины, привозить склад, содержать. Это все работает, мы этим всем занимаемся, и чем дальше. Я думаю, что через год. И сейчас, кстати, там опережая наперед вопросы, если мы заинтересованы в какой-то из кофемашин, что-то из этого есть в России на складе, или нужно будет ждать, заказывать? Е61 группа есть, Е98 на складе, Престиж на складе, Е71, ну, то есть основные модели. Я понял, да. Есть кастомизированные, которые, конечно, под заказ. Ну да, да, да. Давай начнем тогда вот с легендарной Е61. Я на сайте прочитал, что есть какие-то две разновидности. Вообще поэма, я вот посмотрел, какая-то их особенность. У каждой линейки, да, есть какие-то разновидности внутри. То есть вот та же поэма Е61 есть какая-то джубель? Юбилей. Окей. Ну, легче говорить юбилей. И есть легенд, да. Легенд это делается по стандартной системе заваривания, которая была когда-то в 61 году. То есть внутренности там, конечно, уже многие новые стоят, и клапана, и все остальное. Но легенд заваривает, когда мы хотим запустить экстракцию, мы используем рычажок на группе. Вот. Мы можем сначала свободный поток подать, чтобы она таблетка наполнилась, а потом уже, когда мы смотрим, наполнилась, и предзаваривание началось, уже подать давление. То есть, работая на легенд, на Е61 легенд, ты, по сути, чувствуешь себя тем самым бариста, который работал когда-то на леверной тут машине. Ну, да, более такая... Вот, но с помпой. Да. Вот. А юбилей – это тот же самый дизайн, все то же самое, все красиво, замечательно, но это уже автоматическая кофемашина с дозацией порции. То есть можно сказать, но если прям жестко говорить, то на вот этой вот легенд там невоспроизводимые профайлы, да, по завариванию, если мы используем этот рычажок. Ну, понятно, что примерно, да, ты можешь научиться, как тебе делать, но это будет не там, не в... Ты можешь два варианта, да, можешь с предзавариванием, и тогда ты должен
засекать по времени, да? Вот. Либо можно просто сразу включать пролив помпы. И тогда у тебя чашки будет все вообще одно. И там, я так понимаю, один бойлер внутри, который на группе, наклады на все. Да, это теплообменная система. Это то, что как раз в 61-м году было придумано. Бойлер по архитектуре. Его сервис бойлер называют. И термостаканы внутри. Да, термостаканы внутри, через которые вода проходит и нагревается, чтобы на группе была задана температура. Чуть позже мы, когда к другим кофемашинам перейдем, например, к Е98, я расскажу патентованные про очень интересные задумки у ПАЭМа, которые реализованы в машинах, как вода поддерживается. Но при этом паровики и все остальное, это уже достаточно, я думаю, современное, да, и, соответственно. Ну, они выполнены в дизайне именно тех годов. Да, нет, ну я по функционалу, то есть они вливают так же. Да, конечно. Да, машины. Окей. И вот эта вот классическая легенда, а какой диапазон цен? Здесь, в России. 7500 евро, если легенд, и 8500, если юбилей. Ну, группе. Да. Окей. Слушай, ну это интересно. Это достаточно широкий рынок, да, бывает. Это самая недорогая, извините? Нет. Это... Нет, есть дешевле у нас какая-то машина. Какая самая доступная как машина? Это Е98. Вот она у нас Е98, да. Окей. Ну да, тут я смотрю такой достаточно простой дизайн, да, в каком-то смысле. Простой дизайн. Ну и на картинках она, конечно, смотрится не очень, хотя внешне классная машинка. И да, какой цене 98 аут? Если полуавтомат 3240 евро, если автомат двугрупки 3820 евро. Интересно. Мы потом все цены выложим отдельной табличкой в конце ролика. Да, они не будут здесь? Будут, да, но просто чтобы понимать. И какой-то сравнительный анализ, потому что мне вот даже стало в один момент самому интересно. Да? Мы все время смотрим внутри там производителя, какие цены. Но редко кто сравнивает вот вообще по рынку, да, то есть, не знаю, у меня есть 4000 евро, что я могу себе вот вообще купить среди всех. Потому что, мне кажется, это наоборот всем выгодно, да, за какое-то вот реальное сравнение, и вам тоже, да, если я посмотрю, что я за 4000 могу купить это, могу купить, я не знаю, какой-нибудь Amazon Mini, могу купить это, могу купить это. Да. Вот эта ES98, она подключаемая, да, как машина. Да, конечно. И это о каком... трафики может идти речь. Заявлено 120 чашек в час приготовления кофе. А там сколько бариста уже успеет? Ну да, да, да. Нет, но я имею в виду 120, это выдерживает, да, нагревательная система. Легко выдерживает. Почему? Там сервис бойлер сам по себе 11 литров. Термостаканы под каждую группу 650 миллилитров. По сути, это как бойлера отдельные. И мощность ее, она трехфазная и подключается к мощности 4,5 кВт. Мощно, да. Окей. И сейчас вот мне объясни, да и обычным, да, людям, которые нас смотрят, вот эти термостаканы, в каждом, ты сказал, 600, да? 650 миллилитров. Да, 650 миллилитров. И вот мы из него выливаем, там, не знаю, две порции, да? У нас получается, мы включаем помпу, так. Вот, и вода продавливает. То есть очень интересная тоже система, термостакан, помпа, и вода от помпы не сразу в термостакан, на дно термостакана заходит, а через трубочку в центр, чуть ниже центра попадает, чтобы трубочка она немножко прогрелась. Дальше, учитывая, что вода туда попадает, то, естественно, вода выталкивается сверху. Да, я понял. Да, это мы создаем давление тем самым. Плюс к этому у ПМ запатентованная система есть два пути для воды. Часть проходит наверх, на группу. Вот. Можно потом схемы прям скинуть, чтобы ребятам было удобно и понятно. Ну вот, часть наверх, а часть, которая более холодная, холодная условно, так скажем, охлажденная, там 60 градусов, она через низ идет сразу в группу. И есть камера смешанная. Да, чтобы я у нас понял. Не было. Да, если мы сделаем много проливов, то у нас все равно температура сохранится. Да. И на теплообменниках большая сложность обычно на других кофемашинах с тем, что пережигает кофе. Вначале кофе пережигает, да, надо пролив какой-то делать, чтобы эту воду слить.
вода всегда будет подготовлена до необходимой температуры для того, чтобы сразу начинать экстракцию. И плюс к этому потом после камеры смешивания воды, смешивание температуры неправильно будет, но смешивание воды для создания температуры, она идет на камеру предзаваривания. Да, я понял. Вот. Окей. Если, да, напоминаю, если у нас есть вопросы в эфире, то задавайте, мы будем прям по ходу отвечать. Так, вернемся на секунду вот к этой поеме, да, которая Е61. Она, конечно, ну, до сих пор многих привлекает дизайн, да. Да, потому что, мне кажется, для каждого там, даже не столько кофейня, да, я вижу это вот в каких-то барах, в каких-то ресторанах определенных, ну, дизайн, который сразу привлекает к себе. И они вот, это стандартно идет вот в этой красной подсветке, да, красивой, да, вот в этом корпусе, да, стандартная комплектация. Да, вот это сталь, то есть вот полностью стальной корпус, это подсветка красная, она обращает на себя внимание, и у нас и их очень часто берут для ростерей. То есть там, где стоит ростер, кофейни, куда предпочитают ставить именно такую кофемашину. Потому что ростер, ну, да, да, машинерия, да. Конечно, машина, да, как раз создает необходимый дизайн. Да. Прилетел вопрос, делает ли поема кастомизацию. Да. Это относится к каким-то определенным моделям? У всех моделей разные варианты кастомизации. Ну, я не знаю, что имеется в виду, наверное, какие-то дизайн, да, элементы. Да, то есть, если... я не знаю, мы можем сделать Е61, но чтобы она светилась, не знаю, не красным, а фиолетовым. Это надо вот, но это не стандартный, да, запрос, который типа может быть обработан. Но... Да, легче, мне кажется, здесь мы сами это делаем, кастомизацию по желанию. Окей. То есть это другие. А у поэмы это, например, ты говоришь о красной табличке сзади, да, да, да. А может быть деревянная. Угу. Вот, для создания. И это делается на заводе. Это делается на заводе. У кофемашин, которые более дорогие, к которым мы потом перейдем, там варианты кастомизации прям присутствуют в прайсе. Интересно. Окей. И это относится к корпусу, да? К корпусу, да. Как-то холдеры кастомизировать? Да. Тоже заводская кастомизация. Да. Окей. Но то есть могут быть деревянные, могут быть, да, пластиковые. Окей. Паровики? Паровики там нечем кастомизироваться. Паровик может быть... Тут есть в каких-то моделях холодный паровик, да? Ну, то есть... Они, да, просто в поэмах Е71 и поэмах Президент, там все паровики полтача. Окей. Вот. А другие модели, они как дома? Другие нет. Нет, окей. Можно установить систему автоматического сбивания. Да, это автосним. Вместо одного паровика? Да, да, вместо одного паровика ставить автостим, да, для взбивания. Есть на некоторых моделях автостимы, там, 4 минут называется. Четыре варианта взбивания можно выбрать, например, просто прогрев, взбивание для латте-арта или взбивание для латте-макеата. Угу. Да, интересно. Окей. Давай, так, следующий вопрос, который меня интересует. На данный момент, понятно, но у вас все равно за плечами уже вот 2 года продаж, угу, да? Какая самая продаваемая кофемашина в России? Слушай, ну, самая бюджетная, самая продаваемая. Ну, то есть, больше всего есть сейчас 98, мы возим, да, да, пачками. Угу. Это в основном регионы? Это и регионы, и Москва. Угу. То есть, здесь это формат заведения. Так. Потому что, если нужна хорошая бюджетная надежная машина, которая сможет приготовить достаточно много напитков, это Е98, тем более с высокой группой. У нас в основном сейчас кофейни открываются, которые с собой продают, да? Да. То есть даже если это кофейня, которая не продает с собой, у нее есть функция для того, чтобы человек с собой взял. А с собой, ну, это, да, уже, вот, наверное, это большие стаканы, стаканы, да, это то, что было когда-то там создано Starbucks, да, вот этот тренд. И Гранд Капучино 400 мл. Да, вот такой стакан сложно продать, да, да, а стакан 300 мл. Пускай он будет подороже, продать легче. Uh-huh. Поэтому, конечно, кофемашины с большой группой, которые могут много молока сбивать и много кофе готовить, они и не дорого стоят. Потому что не все кофейни могут себе позволить установить мультиболерную кофемашину. Ну да, да, да. Так, но если мы говорим, да, вот про такую большую проходимость, что с сервисом? С сервисом все очень легко и просто. Так. Мы сертифицированный сервис.
на территории России у нас склады частей здесь, у нас инженеры. Кроме того, у ФМ есть прямые контракты по сервису с компаниями сервисными в России. В Москве только 4 компании, которые специализируются по сервису и которые проводят, у которых тоже есть склады частей, и инженеры, и которые сосредоточены не на продажах, а именно на проведении обслуживания покупок машин от ФМ. То есть, если я, не знаю, там, я нахожусь в Мурманске, у меня кофейня другого, да, и я боюсь что-то такое брать экзотическое, потому что потом ко мне приедут только через 2 недели. Такой нет, да? Нет. Окей. Тем более с ФМ. Очень много сервисных компаний, которые сейчас большие, они начинали в нулевых, и ну, они начинали с машин ФМ. Для них как раз другие бренды, может быть, менее высокие. Почему, кстати, в то время ФМ были так распространены? Их возили напрямую или были какой-то сильный представитель? И сильный представитель, и сильный бренд. А кто в то время? Альфтрейд. А, Альфтрейд, окей. Да. Первые вот эти самые, Юлиус Майнл, Альфтрейд, наши аксакалы рынка. Да. Плюс к этому еще есть, конечно же, история Олимпиады. Так. 80. Так, да. Откуда у нас очень много кофемашин? Когда в распался Советский Союз, оказалось, что в барах стоят ФМ-ные Чимбали. Ты не знаешь эту историю? Расскажи. Ты знаешь? Нет, никто не знает. Расскажи. В 80-м году, когда проводилась Олимпиада, Чимбали был спонсором, выступил спонсором Олимпиады. Да, мировым. Я что-то слышал. Да. И поэтому было очень много кофемашин завезено. А надо же, иностранцы приедут, они будут кофе. То есть это, по-моему, такие были спонсорские эспрессо-бары, да, куда привезли оборудование? Продали, да. Okay. То есть Советский Союз очень много этих кофемашин закупил для того, чтобы поить иностранцев. Вот, и в 90-х. Слушай, там есть такие замечательные истории, как, например, на кафетериях, в которых стояли старые кофемашины уже с 80-го года, это нулевые, ой, 90-е были, да? Вот, засорялась ситечка у кофемашины и не протекал кофе. Так вот, наши тетеньки делали что? Они гвоздем пробивали дырку и так и работали. Окей. Если вы смотрите это видео и у вас сохранилась поэма с Олимпиады, напишите, пожалуйста, нам, мы приедем прямо к вам, проведем интервью, это будет, мне кажется, невероятно интересно всем. Окей, слушай, интересно, интересно. Обращаются, кстати, сейчас в сервис какие-то точки, приводим, которые вот тогда остались у них? Тех, наверное, уже не осталось. Okay. Да. Я вот машину ФМ, самую старую, которую с тех времен я видел. Сейчас тебе скажу город. Это Узбекистан, это не Самарканд, Бухара. Так. Бухара в гостинице в Бухаре. Там, там гостиница, что-то 15 этажей, а использовался только один этаж. Мы приехали туда в гости, и там. Вот старая кофемашина ФМ, которая с 80-х годов. Вот. Это то, да, что интересно. Я видел. Но я, кстати, в Азии встречал какие-то ретро-ФМы. Я тогда не сильно был погружен еще в кофейную тему. Но мне кажется, это были какие-то ультра старые модели, чуть ли вот не вот эти либо. Ну, это, знаешь, колонизационная Азия, вот типа Вьетнама, куда тогда французы привозили разное оборудование. Ого, ого, 84-го, напишите нам, пожалуйста, это прям интересно. Ты запиши контакты, мы потом свяжемся, не, это не прям человек классно. Человек 84-го года, да? Поэма старше меня, слушай. Окей, так, с 61-й и с 98-й моделью все понятно. Следующая по цене, давай тогда пойдем, какая у нас? Престиж. Кофемашина Престиж, да, есть тоже вариации А, компакт и плюс. Да. И по картинкам выглядят, например, А и компакт вообще одинаково, да. Престиж А, она без, то есть она попроще. Вообще кофемашина Престиж хороша тем, что на них уже можно устраивать температуру. То есть если на E98 это просто поддержание заданной температуры, да, которая необходима, то на Престиж мы можем настраивать температуру на каждую группу. Ну, я понял, да. Плюс
Плюс к этому они намного удобнее, у них есть экраны для программирования. Кстати, я читал, что Поема первые, да, которые тоже стали использовать вот эти вот экраны какие-то дисплейные. Первый полуавтомат сделал, то есть машина автомат. Да, автомат. То есть полуавтомат это когда мы кнопку кнопком, а первый автомат, да, тоже был сделан на Поеме. Окей. Вот. Так, температура на группу. Да. Prestige Plus это кофемашина, которая может уже подсоединяться с, и работать с кофемолкой. Через Bluetooth мы подсоединяем кофемолку Поэма, например, MD2000 или Groundbreaker. И она автоматически, кофемашина, контролирует помол на кофемолке. Как она это делает? Она смотрит скорость протекания. Так. Через группу, да, мы готовим эспрессо, мы на этот эспрессо поставили контроль на кофемолку. За, условно, 30, у нас за 25 секунд приготовилось 50 миллилитров. Так. 2 миллиграмма в секунду. Но это, скорость приготовления. Так, он считает это по импульсам. По импульсам он считает. Если скорость у нас замедляется, он дает сигнал на кофемолку, и та откручивает жернова, делает крупнее помол. Если наоборот ускоряется, то закручивает, делает помол меньше. Он берет последние 5 чашек и экстраполирует их. Так, и это происходит по Bluetooth, да? Через Bluetooth, да. Никаких то проводов. Есть это современное, да, уже вообще? Да, конечно. Окей. Так, и какая цена такой разницы? 8500. Да. И это работает с конкретными вот двумя кофемолками, да, которые? Двумя моделями нашими, да. А кофемолки Поема производятся на заводе Поема. Да, то есть это прям. Да. Я видел точно такую же кофемолку у Чимбали, да, мне кажется. Чимбали, да? Да, и это на заводе Поема, да? Просто нет, это завод как раз по производству кофемолок. А, он просто Чимбали Групп, да? Да, немножко разные модели производятся, но производится это все на одном заводе. И сколько стоят кофемолки, раз уж у нас обзор по кофемашинам, но вот к этой вот машине. MD3000 порядка 2000 евро. А Groundbreaker 3000 евро, если просто кофемолка. Да, там. И плюс, если с автотемпером для автоматической коробки, формат подпресса, то 4000 евро. Он прям встроен в кофемолку, то есть да. Он дозирует и сразу прессует, или это два каких-то? Нет, то есть сразу ты намолол и запрессовал. Я понял, интересно. И такая модель, ты говоришь, сколько? С Да. 4000. Окей. Интересно, слушай, то есть у нас получается, ну, минимум там, да, за 10-500 набор, который уже может доработать. Да недостаточно, прямо очень стабильно. От бариста практически зависит только контроль качества зерна на входе. Так, а минимальная, вот которая просто с температурой на группе, но не рабочая с кофемолкой. Это Prestige A, да. Она стоит 6500. Да, интересно. Хорошо. А вот эта модель насколько популярна сейчас, которая с кофемолкой работает? То есть были продажи, да? Ну, продажи были, но это еще пока не очень популярная модель. Это новые машинки, которые просто много появились. Так. Вот. И наша задача сейчас презентовать их на рынке. Ну да, потому что если кто-то меняет кофемашину, да, то одновременно получается менять весь сетап с кофемолкой на такое, да? То есть это скорее для новых людей. И для новых, и для... Ну да, и те, кто совсем... Окей, хорошо, слушай, интересно. Да. Ну мы поэтому как раз с новой поставкой вот, привезли одну специальную кофемашину Prestige Plus для того, чтобы в шоу-руме поставить. Я думаю, у вас сегодня кофемолкой, да? Да, вот кофемолка Groundbreaker, президент, и вот там Prestige. Да, уже и человек может приехать и попробовать вот эту взаимосвязь. Да, конечно, насколько это реально, да, да. Работает. Прям не может, а должен. Круто. Приезжайте все. Так, а если не в Москве? Если не в Москве, то можно приехать в Москву. Нет, ну ладно, но у вас, хорошо, кстати, да, по сети у вас вообще сейчас есть, да, какие-то дистрибьюторы именно официальные, которые с вами работают? Да, конечно.
Если у нас офисы в других городах, нет, но да. компьютеры, которые будут, да? Дилеры, да, с которыми мы работаем, да. Окей. И, ну, у них есть тоже какой-то, наверное, шоурум, да, где какие-то из этих модели. В разных городах по-разному, да. Окей. Хорошо. Если но сначала это интересно, да, мы можем потом написать, да, и мы дадим контакты. Окей. Так, продолжим, наверное, вот с поэмой Е91 «Амбассадор». Ну, на мой взгляд, вот две остальные, которые остались, это такие самые современно выглядящие, хотя, да, во всяком случае. Да, мультиболерные. И вот Е91 «Амбассадор», ты мне сказал, что она снята, да, с производства? Да. Так, почему, что была за модель, что сейчас пришло на смену ей? «Амбассадор», ну, «Амбассадор» это была крутая дизайнерская модель, которая была создана в 90-х годах. Угу. Сейчас, если посмотреть на ее дизайн, это уже не совсем то, что люди хотят видеть. На самом деле очень сильно поменялись вкусы и у заказчиков, у людей, у копейщиков. Мы вернулись скорее к тем стандартам, которые были в 70-х, 80-х годах. И вот сейчас кофемашина, например, новая президент, которая вышла, она повторяет собой формат кофемашин 70-х и выглядит очень круто. Все такие, нифига себе, такая инновационная, крутая, но это 70-е годы. А если сейчас кофемашину покажешь, которая 90-х годов, вот «Амбассадор», все скажут, ого, вот это старье какое. Ну вот, а это вот там не такой дизайнер создавал. Но после «Амбассадора» еще «Теорема» была, и это кофемашина, которая снята с производства. Почему? Потому что на смену им пришли кофемашины «Престиж», тем более, что вместо нескольких кофемашин «Амбассадор», «Теорема» и другие, появилась одна линейка «Престиж». Да, я понял, с разными, да, функциями. С разными функциями. Один и тот же дизайн, и ты просто выбираешь уже, что тебе необходимо. Так, нам прилетел еще вопрос. Есть ли услуги аренды кофемашин? Это вот слово «Final» и... Нет, услуги аренды кофемашины в основном предоставляются компаниями, либо которые проводят сервис, у которых есть очень много кофемашин на сервисе, да? Либо имеется в виду чисто специализированные сервисные компании, либо компании, которые поставляют кофе. Вот в чем здесь будет выгода для нас просто в аренду сдать кофемашину? Мы же для вас ее новую отдадим, а заберем уже бэушную. Ну и нужно понимать, что когда вы берете кофемашину в аренду под кофе, поверьте, вы платите за эту кофемашину просто через цену кофе. Да, конечно. Бесплатно никто вообще не делает. Ну да, а нет. Слушай, говоря про вас, в аренду нельзя, но есть ли какие-то программы, не знаю, по кредитам, рассрочкам, лизинга, именно вы что-то представляете? Да, конечно. Так, расскажи. Ну, потому что, да, я там хочу открыть кофейню, у меня нет супер бюджета, но я понимаю, да, что это у меня всегда есть, в любом там, случае будет аренда, которую индивидуально нужно условие. Почему? Потому что это больше зависит от той компании, которая обращается к нам за условиями для лизинга. У нас есть наши партнеры лизинговые, которые дают очень хорошие условия по им оборудованию. Это, а можно называть компанию? Да. Например, «Аренза» или «Сименс Финанс». Да. Вот, с этими двумя компаниями мы прямо очень тесно сотрудничаем. У них очень хорошие условия для наших клиентов. Я думаю, это не только при том, покупать машину, но и по ростерам. По ростерам, да. По зерну только нет. Ну, понятно, да. Вот, ростеры, кофемашины. Окей. Здесь больше зависит от того, что за юрлицо, сколько оно существует. Потому что желательно, чтобы юрлицо существовало больше, чем 2 года. И желательно, чтобы обороты у этого юрлица были больше стоимости, ежемесячного оборота, больше стоимости оборудования, которое оно берет. Ну да, да, да. Вот. Если новая компания, то в лизинг достаточно сложно будет взять. Кроме момента. Ну, смотри, вот бытовая история. Вот я, да, Миша, у меня. Открываешь ИП? Я вот сейчас открыл ИП, но при этом у меня есть там 2 квартиры, дача, машина. Я, в принципе, вот хочу себе кофейню открыть. Да, здесь легче потребительский кредит взять, он дешевле будет. Но ты организовал свой ИП. Да. Например, у тебя нет дачи квартиры, но у тебя есть компания папы, да? Okay, да. Которая тебе дал первоначальный капитал.
и компания Папа существует достаточно долго. Он может взять поручительство за твою компанию перед лизингом. И тогда будет проверять его. Финансовые системы могут быть очень разные. Всегда можно найти какой-то вариант, компромисс, который устроит всех. Да? Да. Так, если еще есть вопросы, давайте, видите, мы прямо в прямом эфире все ответим, расскажем. Если вы нас смотрите на YouTube в записи, то вы можете оставлять свои вопросы в комментариях прямо к этому видео, и я уверен, Паша зайдет и ответит на них. Да, конечно. Вот. Так. Дальше. Осталось, я так понимаю, две, да, самые такие топовые, интересные кофемашины. Давай начнем с Фаемо Президент. И тут есть две модификации, как я вижу, GTI. Да, и термосифоника. Да. Очень интересная термосифоника. Так, да, давай, чтобы потом мы больше к этому не возвращаться. Дело в чем? Дело в том, что в одном и том же корпусе, в одном и том же дизайне и практически одна и та же кофемашина делается Фаемо мультиболерная и Фаемо теплообменник с теплообменной системой. Стоят они не намного, ну там не различается намного их стоимость. Почему? Потому что для Европы мультиболерная кофемашина не так интересна. В Европе они очень сильно зациклены на том, чтобы сохранять энергию, электричество. Электричество стоит дорого, да. Сцена бизнес. Да. И деньги. Да. Это бизнес. Да. Сколько кофемашин у тебя есть, это нам без разницы. Подключил бы розетку и фигачит в энергию. Вот. У них в большинстве европейских стран очень популярны кофемашины с хорошей термостабильностью, но теплообменники. Почему? Потому что у теплообменника один тенд и теплообменник, кто бы что ни говорил, какой бы производитель ни заявлял, что у него мультиболеры тратят энергии не так много, они все равно будут тратить энергии больше, чем теплообменник. Потому что у мультиболера несколько тендов. Поэтому в Европе, вот специально для Европы, для итальянского рынка, термосифоника. В Россию мы еще ни одной такой машины не привезли, потому что для человека, у которого есть бюджет для того, чтобы купить мультиболерную кофемашину, понятно, не знаю ни одного, кто бы сказал, так, нет, но давайте это равно, да, я хочу себе какую-нибудь топовую, да, машину, автомобиль, но так, чтобы он был супер экономичный, и там расход был небольшой. Да, 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 да. Окей, я тебя понимаю. Так, и смотри, тут у меня нарисовано два дизайна. Один такой клетчатый, красивый. Вот, да? Это GTI и термосифоника. Они вот по дизайну отличаются. Да? Немножко, да. Окей, и термосифоника стоит примерно. Понятно, давай, что ее нет. Евро. Окей, да. А вот это GTI? 11-250. 11-250. Мультиболерная. Мультиболерная такой машина. Группная. Да. Так, расскажи. Отдельный бойлер парокипятка, да, который, естественно, мы используем для парокипятка. Кипяток может быть у нас три варианта. Мы нас можем настроить на кнопках выдачи три варианта кипятка. Три по трем температурам. Для черного чая, для зеленого чая и, например, для ополаскивания чего-либо. На каждой группе отдельный бойлер кофеин 600 мл. По сути, мы холдер вставляем в бойлер, в дно бойлера. Два датчика температуры. Тоже очень интересно. Сначала вода, прежде чем зайти в бойлер, она немножко по трубке в бойлере поднимается. Для того, чтобы нагреть, для того, чтобы не внести сумятицу в общую температуру. Она немножко прогревается. И на выходе, вверх она выходит, там стоит сервисный температурный датчик. Вода нагревается, потом проходит вниз через тен, да, под давлением она проходит вниз. Ну вот, если мы включаем помпу, да. Вот. И внизу у нас уже стоит датчик PID контроля, который намного четче реагирует на температуру. И он основной датчик для как раз включения тена. Он контролирует температуру именно на выходе уже в группу.
благодаря этому мы можем не то, что очень хорошую термостабильность получить, термостабильность там при самых больших запарах плюс-минус 0,55 градусов, и это подтверждено сертификатом. Плюс к этому у нас температура, которую мы выставляем в бойлере, она не где-то в бойлере, а по сути уже на группе. Да. Так, и эта кофемашина, она работает с кофемолом? Да, конечно. Эти по умолчанию. Да, да. Интересно. Так, сейчас, у нас тут длинный вопрос. Так, почему Юлиус, а? Да, ну мы сейчас это, вкратце. Почему Юлиус Майнл дает свое оборудование в аренду всем, кто запрашивает, даже если оборот покупаемого кофе не отбивает аренду оборудования? В чем выгода для Юлиус Майнл? Ну, давай уйдем от Юлиус Майнл. Вопрос, да? Почему компании, которые продают кофе, дают оборудование, даже если проходимость маленькая? Да потому что эти кофемашины... Нет. Здесь на самом деле это большой вопрос бизнеса. Да? Каждый раз это формат, когда мы открываем кофейню, как раньше кофейни открывали. Ничего себе, кофе стоит там 1000 рублей за килограмм. Вот, себестоимость чашки 12 рублей. Отлично, открываем кофейню и при конце зарабатываем. Да? Бизнес, особенно крупный бизнес, никогда невозможно брать вот так вот в лоб. Сколько они зарабатывают, на чем они зарабатывают. Это нужно знать изнутри, построение всех финансовых систем. Это полностью там для того, чтобы... Я уверен, ну, что у коммерческого директора... Прибыль, да, у коммерческого директора Юлиус Майнл там огромные таблицы, с которыми он сидит. Там движение денежных средств, все эти P&L и все остальное. И если они ставят хоть машины, значит, им это выгодно. Значит, это приносит деньги. Поэтому здесь... Вопрос про реально глобальную финансовую систему компании. Вот. Не, ну то есть да, может получиться, что они поставят вам кофемашину и там несколько месяцев вы не будете там, да, будете продавать по 9 чашек. А может быть, да, они в этом плане. Но для них потенциал. Это статистическая погрешность, и это ну, не что-то прям такое. Они вам поставят хорошую кофемашину, у вас как вопрет. Вот. Или кто-то вокруг зайдет, посмотрит, как классно, и поставит себе. Да. Как элемент маркетинга тоже присутствует, почему нет? Окей. Так, дальше, про что он говорит? АМ президента, GTI. Паровики Cool Touch, да, присутствуют? Да. По умолчанию тоже вы эти 1250? Да. О, отлично. Окей. И там... Получается, вот система, да, дотации тоже вся работает. Да, конечно, ну там это уже полная это то, что все называют вот, волюметрик или еще нет? Ну, волюметрик это обычная система. Это VE98 волюметрик. Окей. Вот. То есть это автомат. Да, да, да. Вот. По объему, по импульсам как раз считывается. Весов нет, да? Весы V-президент устраивает. Они отдельно продаются. Но это заводская опция. Да, это заводская опция. Точнее, встраиваемая система для весов. Весы используются Акая. А, я видел, да, когда у тебя сделан внизу специальные выемки, куда ты можешь поставить Акая, да. Туда, мне кажется, даже ключи-то подходят или что-то такое. Но это было, да, да. У Bluetooth соединяются, и вы задаете... А, машина работает с этими весами, да, активно. Вот. Можете заменить эти весы. Да. И ты как, ты можешь прям лить на них, если вдруг забыл что-то поставить, и ты пролил. Ну, машина будет без разницы, да? Не, ну да, без самого интереса. Ну, да, на самом деле это работает, и проливают, и такая нормально удерживает. Но мне кажется, это популярная, да, опция? У вас ее заказывают? Слушай, это популярная опция для того, чтобы продавать. То есть, это, знаешь, есть такие маркетинговые, коммерческие фишки, когда ты продаешь, ты рассказываешь про машину. Вот это будет, вот это делать, все такие, вау, а потом такие, ну давайте цену посчитаем, так, окей. Весы вычеркните, вот, это ну, Поэтому... сейчас, а если мы не заказываем эту систему, то у нас просто лунары войдут туда? Ой, да, лунары первые, да, маленькие, Акая, ну, да, можно просто туда поставить, да. И они просто контактируют? Нет. А, нет. Окей, то есть контактирование подразумевает вот эти вот выемки, да? Внутри установлена Bluetooth-система для контроля этих весов. Окей. И эта Bluetooth-система стоит отдельно.
А сколько это так примерно? Около 1000 евро. О, ну да, слушай, есть о чем подумать. И это без весов. То есть 1000 евро за выемки, да, и Bluetooth-систему, да? И еще сами весы надо будет, да, купить две штуки. Да. Что тоже там. Да. Окей, раньше 300. Да. Интересно. Хорошо. Так, и давай перейдем. Да, кстати, еще что мне сказали про Prestige и про президента, я просто сейчас. Этих, в общем, Prestige Plus и президент, они уже подключаются к интернету через Wi-Fi. Так. Вот. Там заходишь в программное обеспечение, как на телефоне ты выбираешь такой Wi-Fi, какой поймать, да, какую сеть. Присоединяешь ту же самую кофемашину к любой сетке, будешь пароль. И потом про эту кофемашину ты можешь все увидеть через сайт, либо используя специальный протокол у себя на компьютере, либо через открытый веб-сайт. Так, ты видишь все, что происходит. Да, ты видишь сервисные ошибки. Сервисные ошибки. Да? Все, что касается кофемашины. Но ты можешь поправить что-то удаленно? Настроить. Все, что электрически настраивается, да, ты можешь. То есть поднять вверх-вниз датчик, нет. Ну да. То есть, в принципе, тут работает, да, вот эта система, про которую я уже думаю давно, и я пока не видел хорошего кейса в России, когда у нас, грубо говоря, есть какая-то сеть кофеен, но у нас есть шеф-бариста или кто-то, да, кто сидит у нас в тренинг-центре и просто смотрит, что у нас происходит на разных точках, да, и смотрит, что нужно поправить или поменять. Слушай, ну я бы не сказал, что у нас в России такого нет. Есть очень интересные кейсы, очень интересные решения. Вот. Да, тогда расскажешь сейчас, да, после. Я тебе после расскажу. Наша массовая, да, какие-то прям. Ну, есть компании, да. Ну, и в том числе вот эту систему по ПОЭМе тоже использует эта компания. Окей, окей. Полностью. И это, слушай, а вот эта вот система, она уже верифицированная, конечно? Да. И эта система европейская. У ПОЭМа это первая система телеметрии, которая появилась, которая работала. То есть потом у всех остальных производителей появилась. И она переведена на русский? Да. Это вы делали или вы? Нет, это еще до нас. Окей, интересно, слушай, хорошо. Я потому что прям болею за эту историю, и мне кажется, это отлично. Не, уже показалось. На самом деле настолько это продвинуто. В некоторых компаниях ты сидишь в офисе и смотришь на мониторах про там все эти заявки и что с машинами происходит. Вот. Поэтому это не удивительно. Так. Вопрос понятный, в общем-то, почему сегодня стоит выбрать ПОЭМа по сравнению с остальными производителями для кофейни средней проходимости? Ну, то есть понятно, что это такой абстрактный, да, и скорее вопрос для дискуссии. Нет, это вопрос, который постоянно задают. Да. Ну, вот, всегда спрашиваю, а для чего вы собираетесь кофемашину брать? Это бизнес? Если это бизнес, давайте считать. Сколько будет стоить сама кофемашина, сколько будет стоить сервис на нее и за сколько вы ее сможете потом продать. Вот они, три суммы, которые вы должны учесть. Если сейчас, развит рынок бэушных, поэмы бэушные очень хорошо продаются. Потому что у них балера толстостенные, очень хорошие, и они выдерживают очень много декальцинации. То есть кофемашина, которая у нас 20-летняя здесь пришла, Легин Е61 на сервис, вот, провели декальцинацию, там ни дырок, ничего, почистили и отправили опять в машину. Поэтому всегда, если это бизнес, вы должны считать, как в случае, вот и с вопросом было, зачем люди смотрят, да, что-то куда-то ставить. Сядьте и просчитайте, сколько вы потратите в начале, сколько вы потратите, например, расчет на 5 лет, сколько по сервису вы потратите на это оборудование. И почем вы потом эту кофемашину продадите. Просуммируйте, вычтите и получите реальную стоимость кофемашины оборудования. Вот. И кроме кофемашины по всему нужно аренда, зарплата людей. Это все нужно сесть и прочитать, потому что это бизнес. Так, у нас осталось 10 минут, поэтому давай перейдем к, мне кажется, это самая, да, современная кофемашина. Да, если что-то говорить про, да, ПОЭМу Е71, который есть Е71Е, Е71 Touch. Да. Да. Про Е71Е, она очень похожа на президент кофемашины. Ага. Ну, про президента на самом деле еще много всего не рассказали.
отдохнула, все, и не успела. Да, но она вот стоит прям тут, да, рядом, можно приехать. Можно приехать. Она очень удобная, она прям очень эргономична, с ней очень круто и интересно работать. Ну и ваших вот партнеров, я думаю, в регионах она должна Е71Е это вот машина, которая отличается в основном, чем она отличается от президента. Это в первую очередь паровики. Паровики у нее профессиональные, вынесенные для того, чтобы было удобнее работать с латеатом и был более сухой пар. Uh-huh. Вот. Потому что формат паровиков такой позволяет получить пар суше. И плюс к этому у нее есть настройка на давление. Мы можем там сбоку, есть крутилка, мы можем настраивать давление по рецептуре. Давление. Ну, то есть это меняется достаточно оперативно, да? Да. Там что-то скрывать. Не-не-не, это да, сбоку круто. Все удобно. А E71 Touch это кофемашина, которая в дизайне E71, но при этом, ну, у нее даже можно сказать, у нее намного круче дизайн. А, и плюс к этому у нее дисплей тачскрин на каждую группу, которые могут быть кастомизированы, любые цвета, любое количество кнопок, ну, до определенных пределов. Может быть, то есть ты можешь настраивать разные профайлы, да, замазывание на кнопки. Окей. Слушай, да, я вот когда смотрел, 71E, это такая, мне кажется, машина чемпиона, за которой вот удобно работать, знаешь, она выглядит как вот наиболее удобная, ну, как суперсовременная, но мануальная машина, на которой я буду делать сумасшедший лотар, да, буду вот все. Да, да, она очень удобна для использования. И Touch это уже такое вот, да, как бы премиум для был тех, создан, кто, да, для больших сетей. Да. То есть это сетки Touch, надо обязательно брать с пикмок и даунбрейкер. Полностью настраиваем систему, полностью мы все это там сидим где-то в офисе, видим всю нашу сетку, с какой машиной что происходит. И E71 тоже можно, но на Touch'е можно ставить автостим на 4 варианта молока взбивания. Вот, на E71E этого нельзя сделать. Кофемашина E71 Touch позволяет полностью автоматизировать весь процесс. По сути, мне кажется, это отличный вариант для таких, да, премиальных ресторанов. Ну, как некоторые формат постов, да, для, может быть, отелей, да, каких-то. Окей. Так. Цена. E71E. E71E это 12,5 тысяч евро. E71 Touch. Я думаю, ты сейчас захочешь спросить, да, сколько E71 Touch? 13,5 тысяч евро. Да, окей. Слушай, но получается разница всего в 1000, да, от президент GTI до E. Да. И какие различия у нас принципиальные? Тут на самом деле те, кому нравится. Это эргономика, различия, да, мне кажется, ну, больше. Различия вот именно с системой настройки давления. Давление, да, и пароотводами. Это то, чем отличается. Вот, так они очень между собой похожи. И человек просто должен выбрать задачу. Да, у него есть задачи для того, чтобы он свой бизнес реализовал. Он должен определиться с этими задачами и прийти с этим списком, выбрать кофемашину. То есть, если нужно латеарт, вращение, удобное использование и при этом еще настройка давления быстрая, то E71E. Если больше нужны стандарты, то в E71 весы так же, как да, в опции, да, заказывается. И еще вот ты рассказал про всю эту телеметрию. Это как в опции? Нет. Но телеметрия это уже живет эти деньги всегда. Да. Ого, окей. Это интересно. И я должен платить какую-то абонентскую плату за это ПО или там за, не знаю, пользование приложения? Нет. Нет. Окей, круто. Да. Поэтому прям. Это, кстати, отличает, да? Потому что везде телеметрия идет как в опции. Да. Круто, круто. Так, что ж, сколько у нас осталось? У нас осталось 6-5. Нет, ну ладно, еще минуты 3 есть. Поэтому вы, те, кто нас сейчас смотрит в Инстаграме, вы можете еще задать вопрос любой про поему, про какар. Те, кто смотрит нас на Ютьюбе, можете задавать прямо тут внизу в комментариях свои вопросы, и мы с удовольствием ответим. Что же, какие планы
Во-первых, вот, у нас в октябре 5-8 будет выставка Пирекспо. Да. Я там буду, Паш тоже будет. Конечно. Такара, я уже знаю, что есть точно. Конечно. Поэма там будет представлена, ты, да, может быть, знаешь, какие. То есть, вот, есть 71 и президент, мы сможем там пощупать. Ну, и есть 71 тач привезем. Отлично. И есть 71 тач, просто это какая-то машина, которая прямо в этом году появилась. Угу. Вот, мы обязательно ее привезем. Кастомизированном дизайне, она будет очень красивая. Ее со стенда потом можно будет купить? Да, конечно. Самый популярный вопрос. Хорошо. Так, и президент будет на пире, нет? Не знаю, да. Что, ну, скорее всего, посмотрим. Окей, место. Хорошо, да. Здорово. И, не знаешь, у нас через 2 недели после пира будет пост, как они говорят, вроде как бы все должно произойти. О, если будет, я бы туда поехал. Какие-то новинки от Поэмы ожидаются? Я думаю, что Поэма презентует, кроме того, что у них есть новая модель по суперавтоматам, про которую мы договорились сегодня, пока не рассказывали. Да. Вот эту кофемашину E71 Touch, она будет тоже на хосте презентована, потому что... Ну да, да, это новинка, которая не новинка, да. Окей, но Touch еще не доступен для заказа? Доступен, уже доступен, уже продается. Просто ты пока что не сможешь ее посмотреть заранее. А к вам она придет? Я думаю, что через 1.5 месяца. Смотри. Хорошо. Здорово. Просто видишь, обычно, когда хост идет, то все производители все свои новинки откладывают до хоста. Да. Всегда. Нет, так. Здесь из-за ковида все начали выкладывать те новинки, которые есть. Знаешь, что на самом деле, я уже просек, с чем это связано. Если новинка какая-то недоработанная, и а-ля это вот прям у нас прототип, да, они просто не дают ее в другие страны, потому что на хосте вокруг нее стоят 5 инженеров, которые ее чинят по 5 раз в день. Честно, я это видел своими глазами. Я не про Поэму, а вообще глобально. И поэтому я вот теперь вообще, я со многим раньше говорил, типа, вот почему вы на пире не делаете новинки, которые на хосте. На хост едет не так много из России. Видишь, здесь если доработана система, да, если доработана, я не готов. А если, например, не доработана, то тебе что приходится? Презентовать все равно на хосте, да, потому, да, что следующий хост только через 2 года. Да, да. Ну вот, поэтому по 5 инженеров все равно стоят. Круто. Так, что у нас вопрос? Перед покупкой есть тест-драйв? Тест-драйв перед покупкой. Тест-драйв. Ну, можете, ну, как, да, вы можете приехать, конечно, в шоурум, вы можете приехать в шоурум своего региона, узнать, да, кто у вас партнер по региону, и посмотреть. Конечно. Ну да, конечно, я так не покупаю вслепую. А E71 у вас не стоит, да? E71 нет, но у нас... Ну, я думаю, здесь сейчас поменяли ее на престиж, окей, чтобы более... Новый, да, даже, да, да, не более дорогой, но более новый. Но E71 представлен, да, в Москве, мне кажется, да, можно посмотреть это. Супер, все, минута у нас, да, я тогда заканчиваю, Паша, спасибо. Ой, слушай, большое. Было очень интересно. Да, было как-то быстро, но мне кажется, движушно. Я думаю, мы отдельно встретимся по Slayer, потому что это совсем другой разговор. Человек, у которого кофемашина 84-го года. Да, мы с ним свяжемся. Дипломат. Он дипломат? Нет. Машин-дипломат. Спасибо, что были с нами. Мы обязательно сохраним этот эфир в HDTV. Те, кто с нами смотрел нас на YouTube, мы выложим это видео. Спасибо вам большое. Дальше планируем сделать обзоры по каждому бренду. Спасибо, что были с нами. До встречи.